тебе что рисовал? А, бычку, сука. Расстроился. Ого, реклама Валоранта на Твиче. Блять, ебаный Shadow Kick, сука. Хуесос опаздывает на полчаса и еще съебывается куда-то. Может, все-таки этот Ромчик? Гладиатор? Ой, блядь, гладиатор. Плагиатор? Да, давай начнем с обычки. Да, лучше в обычке размяться. Нихуя ты. Сейчас мы подождем хуесоса одного, блядь. Дина, я тебя никогда не звал на этот гартик. Ну, пиздует. Не, Ромчик, заводи, я тут, я слышу. Так ты че, блядь, голосовым этим будешь? Он позвал просто неизвестно куда. Женя, он любит такую хуйню. Так, напиши предложение. Так. Всё. Я что, Ромчик, ты чё? О, я придумала. Блин, мне ничего в голову не лезет. Я придумал. А у меня влезло в голову. Слейд, я написал это уже, не надо. Нормально. Что там Ром написал? Нельзя стрим снайпить. Да, да. Мне тоже так говорили. Я тоже так говорила. Блять, что это за... Че это за странное предложение? Это пиздец. Блин, жалко, скилл занят. Очень. Как будто не жалко. Ну просто на его фоне рисунки смотрятся хорошо. Найс, Диночка. Хороший панчлайн. Надеюсь, он не слышит этого. Здорово, Скилс. Здорово, Рома. Я реально тут? Не. Ром, какого цвета у тебя глаза? Голубо-зеленые. Бля, я вообще гений. Я вместо скилза сегодня. Найс. Что этого хуй соса не будет? Охуеть. За что хейт? За что? Сори. Да бля, Макс всех обзывает, мне это бесит. Нет, только... Я только тебя ненавижу. Сейчас выключу веб. Не выключай, покажи голову инсидера. Рома пишет, не выключай, покажи голову инсидера. Вадя, разденься, пожалуйста. Пишет Рома. О, пишет, да, говорит. Я просто рисую. Найс, Дин, души ее. Ты че, сука? Это собака, блядь. Как будто нормально. Ты че такой злой проснулся, Мак? Я не знаю, проснулся. Всех оскорбляет, опоздал. Не-не-не, тихо-тихо. Что это нахуй такое, блядь? Юля вообще не пришла, Ром. Да, Юля вообще не пришла. Она еда отплатить, пытаться. Ты нас не отплатил, сказали. Ну, она попытается, она... А что это такое? Так, а скажи, что она спит просто. Не. Коммуналка, грубо. Бля, я гений, нахуй. Пиздец, я хуйло. Что я нарисовал? Есть такая темка немножко. Ну, конечно, ты-то, блядь, скажешь так. Хейтер ебаный. Ладно, похуй, пойдет. Бля, все. Да я не ебу какую шапку, блядь, ебали. В Steam вышла новая игра, но на твоем аккаунте недостаточно средств для покупки. Steam Balik – это моментальное пополнение баланса Steam с самой низкой комиссией. Просто введи свой логин, выбери сумму пополнения и оплати удобным способом. Деньги придут в течение минуты. Steam Balik – пополни Balik. Ссылка в описании. Блин, когда что-то такое говорят, я сразу думаю, что мой рисунок попался. Описание. О боже, с каких пор? Что за бред? Сука. Да хватит ругаться, блин. Кто вот это вообще написал, Ром? Это ужас какой-то. Я не знаю, я что вижу, по-твоему? Блять, как выглядит это? Я вообще не понимаю. Тебе очень смешно?
Да, потому что я столкнулась с проблемой небольшой. Я не знаю того, что, по идее, я должна знать. Ого! Это касается тебя, Марк. О! Оп! Найс, найс, найс. Боже. Я быстрее, быстрее, быстрее. Алло, я в интернете? Да. Да, да. Хейтеры, баны. Сори. Блять, ебать, я охуенно рисую. Я все передал. У меня еще написано, блять, 50 слов тут, но я все нарисовал. Ну ладно, пускай так. Блять, гений. Охуеть. Ну, блять. Нифига себе, как красиво. Это мое, наверное, попалось. Бесит такие красивые. Уже не надо перерисовывать. Слава богу. Это легко. Не знаю, что это. Блин, очень красиво. Можно с вами пожать? Да, конечно, я тебе скинул этот на почту. Чёрт, умельцы. Что это такое? Бля, ебать, кто это написал, ебаный уёбок? Что это за хуйня вообще? Смотря про что. Что такое 5BP? Охуеть, как рисовать. Ладно. Пойдем по стопам скилл. Какой номер у Мбаппе в футболе? Точка, палочка, все. А у меня тоже такой рисунок. Ну бля, тут слишком много, чтобы... Блять, ебаный в рот. Что такое кропер? Мистер Пропер? Может, крипер? Нет, написано кропер. Это скорее всего крипер. Я так на каком-то стриме сказал. Мистер Кропер. Самый легкий рисунок. За все мои гартики. Максим, а Юля потом проснется? Да, да, она Айдат пошла проснуться, она сейчас вернется, сядет за компьютер. Что-то долго. Ну, пока на английском по шпрехам. Ром, тебя очень слышно, кстати. Что ты ебались за меня вообще? Знаешь, что он замученный? А, он полностью замучен? Ебать, это давно вообще? Да. Ебать, спасибо, что предупредили. Я думала, ты стараешься, просто рисуешь. Я тоже так думала. Пиздец. А я даже не знала. Я думал, ты не хочешь мешать нам, просто замуть обратно. Да-да-да. Я тут Юлю обзывал. Не надо. Надо. Макрис, давай следующий раунд сыграем за предками. Давай, блять, у тебя на стриме сыграем за предками. Давай. Давай. Блять, у меня не получился, чел. Бля, я идеально нарисовал вот эту хуйню, что мне тут написал. Максим, что думаешь, как я думаю? Я больше двух слов не писал никогда. Тогда... У меня... Больше четырех букв, походу, тоже, блять. Ебать-то что? Так. Ой, осуждаю. Вулгарди, долбоёб. Я не виноват. Заложник ситуации. Бля, у меня в чате резко начали сраться. Мбаппе, 7 номер или 10? А, так вот кто у меня. Да, это Мбаппе.
чё, блядь? Рома, хочу колу, принеси мне колы. Ну да, сейчас уже побежал. Хантик сразу стоит, когда увидел мою маму. Ой. Что такое... Чё, блядь? Что такое боборг? Блядь, кто написал предложение в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 слов? Как это все написать вообще? Что такое боборг? Что такое боборг? Бобр и орк. Я думаю, бобер, Макс. Как поет лошадь просит боборг? А, бабок. А не хочу это рисовать. Бабок, Макс, я походу ошибся. Боже, почему у меня одни животные? Лошадь просит боборг. Не смешно. Давай. А кто под номером 7-то, блядь? БП. А, значит... Блядь, значит... Даша не моё. Значит, немножко потемнее. Морг. Осуждаю. Не, у меня Хантик практикует магию, превращая чела с коляской... С коляской в бобра. Извините, я только недавно, блядь. Нет. Там кошка. Это Вилгардия. Как смайлик М выглядит? О, позер ёбаный. У меня нет этих расширений, я их никогда не знаю. О, боже. Ебать. Помогите деду разобраться в интернетах. Осуждаю. Блядь, что-то пока что не в кондициях я сегодня каких-то. Я тоже какую-то фигню рисую, честно сказать. Нормально, я нарисовал. Я справился. Бля, как тяжело. Как вообще бобер выглядит? Я хуй знает, понимала, никто их не видел, блядь. Я гуглила перед тем, как начать рисовать. Потому что я не знала. Я примерно понимала, но я хуй какой рисовать. У него хвост лопатой. Все, что я помню. Это все, что я зубы. И зубы торчат. Да. Ребята, вы просто не смотрели фильм «Бобры зомби» 2014. Обязательно сегодня получается. Нет. Я тоже не смотрел, если честно. Чё-то вы долго рисуете, ебать, я тут шедевр, блядь, нарисовал за секунд 10. Круто. Ты крутой, Ромчик. Найс. О, ну-ка, поехали. Так. За носик. Сейчас, я. За ротик. О! Ой-ой-ой, хороший панчик. Убрали тебя. Погнали. Хэнтик Кентавр. Найс. Нормально. Тебе это вообще дошло? Нихуя себе, бля. У меня не такое дошло, если Фури, что. Фури, мальчик и конь. Вот это, бля, больше похоже описание. Чё такое? О, нихуя себе. Пиздец. Бля, нахуй кто Вилгардия позвал? Конь попрошайка. А, вот это мне дошло. Вот конь попрошайка. Дайте денег. Чё за гидроскоп? Лошадь просит бабу. Ой, бодная лошадь. Найс. Похоже, это какая-то лава. Верблюд, блядь. Рома кушает грязные трусики. Ебать, у тебя фантазия, Ань, ты реально это представляешь? Блядь, это всё-таки был Рома. Я тоже думаю, что это всё-таки Рома. Я про цвет глаз спрашивала. Чел кайфует от черкаши на женских трусиках. Блять, почему нарисовано красиво, но так мерзко, сука. Максим влюбился в говно на трусах. Хантик, я всегда знал, что у нас ментальная связь. Хантик насрал в штаны, когда увидел мою маму. Ебать, я заряженный. У меня, блядь, скелет остался только. Труханы нахуй. Хантика как будто посадили в горшок. Ну нахуй, блядь. Ладно, такое переебать может. Собака сидит на стуле. Я заебалась рисовать. Ну тут тоже. Нихуя. Ебать. Генри на стуле сидит. О, вот тут меня попало, я не могла вспомнить, как выглядит Генри. Гав. Ты к ней тянешься. Похож на мышку. Хонтик хочет выебать Генри Ванус, но он против. Это я. Бля, вот уже... Вулгорди. Кстати, нарисованы красиво. Хонтик и Генри любят друг друга. А как тут понять, что Генри против, блять? Так он не против. Я подумал, что нарисовать.
Генрих всегда за. Лысый пичуган. Он не может сказать против ничего. Майнкрафт и Хантик. Бля, мы так часто шутим про Хантика Генри, что он уже сам верит, что он ебет его. Да. Нихуя прикольно. Блять, Макс. Квадрат Майнкрафт и ча. Хантик испугался крипера. Найс. Это мы вырвали сердце или что? Хантик бежит от крипера. Кропер. У меня этот есть типа... Я сижу такой, кто такой кропер вообще? Хантик испугался крипера. Буэ. Буэ. Я бы жестко испугался. Я хотел сказать, типа, бля. Дина бежит из души, кроме. Да-да-да, это я понял. Я нарисовал. Я побежала. 59, кстати, так и было. Ром, я в душе бегу к тебе. И теперь это идет до конца, слава богу. Ну ты, конечно, Диночкой рисуешь смайлики. За что? Ну тут сорян. Ой, бля. Азим из Бамонти Байратана. Уточнил в энциклопедии. Хонтик смотрит 1+1. Бля, как вы заебали. Здорово. Ну чё? Бля, ну у меня там жестко получилось. Поттер превратил кошку в кусок говна и смотрит фильм 1+1. Найс, вот она, вот она. Поттер превратил кошку в говно, смотря 1+1. Ебать, идеально нахуй. А куда ты ссылку кидал? Кошка. Хонтик практикует магию. Превращаю чела с колсики в барабан. Юля, кидай вебку. Это что? Зомби бобры 2014. Сандаль, с днем рождения! Это зомби бобер. Ты понимаешь, что зомби? Бобры зомби фильм 2014. Посмотрите трейлер к этому фильму. Бобры зомби 2014? Да. Зубы такие. Бобры зомби охуенный фильм. Главное, что все поняли. Это кто? Бомбер зомби? 12-10 собака с красными глазами. Сука, заруинила. А что такое 12-10? Оценка фильма. Оценка типа 12-10. Клёвый. Я думала, это счёт какой-то. Ну давай, Максю, что ты написал? Рамчик ударил Дашу по голове бутылкой. Но, ебать. Это, бля, это из этого мема. Да, покажи нам, сейчас покажу. Че? Ну, чего полностью я пришел. Что это? Чего? Как на выход? А что? Все, появился? Да, 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 стрим есть. Опять уже не поняла, опять. Чего нету? Че? Не поняла, чего нету у тебя. Да, блядь, человечек. Ну, человечка, когда оффается стрим. А, not like this. А как ты его назвал? Дябчик? Ябчик. Дябчик. Дябчик. Вы не знаете... Юль, ты не знаешь слово «дябчик»? Впервые слышу, это что-то вот за по-дэнски. Да, какой ужас. Теперь трейлер. Что такое за по-дэнски? Да. Ну это... Как это? С разных народов взятые, типа, слова украинские. Не, вы реально никто не слышал слово «дябчик»? Нет. Нет, что это такое? Это по-сельски пишут. По-сельски, но я так не говорю. В деревнях, если... так... на франковском, там что такое говорит. Дябчик? Алина Дябчик, ТикТок, это оно? Да-да-да, это оно точно. Пример текста. На бугель подсаживает дяпан ортодоксального балканского вида. Я даже это нашла, это ответы Mail.ru. Чаще всего сомнительного возраста влияет. Нахуй вообще это смотрите, блять, сука. Что это такое, еще раз прочитай. Вообще непонятно. Хуйня какая-то. Вы тоже Веру слышите, будто она, не знаю, минус 40. Мне как-то в тралике один дяпан нахамил. Чего? У тебя очень тихий микрофон, Лерон, сегодня. Не знаю, почему никто не говорит. А, нормально. Ну так, вот всем похуй. Да, не, нормально слышу. Рома Селюк просто, какой Селюк? Да, нормально. Че, все готовы? Подожди, я там нельзя кэшем. Да ну нахуй, а тебе это же не сказали, блядь, до этого. Нет, а у меня есть пейпас, но пейпасом тоже нельзя.
Давай, через ссылку. Вы придумали, что рисовать хотите? Не-не-не. А, у нас плагиат будет? Надо подожди тогда. Пу-пам-па-пури-пари-па-па. Я бегу по выжженной земле. Блин, надеюсь, у меня получится нарисовать. Сейчас я найду картинку. У тебя ничего не получится, Алгарде. Боже, хейтерша. Ой. 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 Ой, я нашла, что буду рисовать. Я тогда на тлату буду рисовать. И я нашла. И я нашла. Все нашли? Девочки. Блин, да. Ну ладно, давай. Нет, попробуем. Еще не все нашли. Подожди, все. Блин, пиздец, ты не подготовлена. Что вы будете рисовать, друзья? Я опоздала на стрим, еще не подготовилась. Так, я подготовилась, а за остальных... Что вы пишете? Чё? Чё? Ой, ебать, Юль! Чё там? Чё там? Ну, там рейлчики. Сосочки торчат. На, Юля, Royal Bounty твои, блядь, этот. Всё, все готовы? Сиськи показала. Что, соски? Да, вот так вот. А, Юля просто сиськи вывалила у меня на стриме, блядь. Просто достала, начала танцевать голышом, блядь. Да это вообще. Всё видно, охуеть, сисяста. Жесть. Всё, не. Блядь, если вы будете акцентировать это... Соски просвечиваются, что, блядь, им теперь? Кстати, факт. Так. Чем мои соски отличаются? Ладно, не переживайте, в инстаграме разрешили, надеюсь, на твиче тоже, погнали. Да. Блядь, я согласен, свободу соскам, да! Вроде только на обсуждение, нет? Еблан. Ну вот я тоже не видела, чтобы все соски начали... Бля, если меня твич за это забанит, ебать я размашню нахуй. Ого, Рома, ты делаешь? За женские права как станешь. Начну судиться, да. Все, плагиаты, запускаем, кто не успел, тот опоздал. Ну пиздец. Ой. Ой, а что надо было делать? У меня резко вся память даже пропала. О, все. Как-то так. Макс, ты заказал в итоге что-то с этого Starbucks? Угу. Угу. А, да. Охуеть. Ром, закажи мне со Starbucks что-то. Рома сейчас ребят, закажет. Блин, тебе нельзя. Я тебе сегодня кофе приносил. Ладно. Еще хочу. Ну нихуя себе. Соберу твой сука тупай. Играет на мне как на флейте. Бывало такое, что на плагиате, когда каждый сам себе подбирает рисунок, кто-то рисует одно и то же. Да. Ни разу не видел. Это такое совпадение. У нас не было такого. Было. Началом. А, не когда знаешь, ты помнишь, кибобы. Дин, ты что там какую-то хуйню про тебя пошутили, я не помню. Да-да-да, какую-то кринжовую, и все начали это писать. Ой, у нас курьер. Макс, ты открываешь, я ответственно рисую. Не, я тоже рисую. Да похуй на курьера, ребят. Да там Starbucks похуй на него. Ну нет, ну Макс, пожалуйста, у меня очень красивый рисуночек. Я рисую, я правда тоже рисую, честно, Юля. Ну, блядь. Юлёк, я честно правда рисую. Да рисунок просто. А ты чё под пёзу, бля? Я начал кричать, у меня рука сбилась. Так тебе надо. Беги, 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 Юлёк. Беги, 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 беги. Отвали! Найс. Всё, у меня не получилось. Блин. Юля, ещё времени, блядь. Да, у меня тут пиздец Мона Лиза, нахуй. Она требует многих лет. 40 лет будешь рисовать? Просто. О боже, блять. Типа тебе сложный рисунок выбрала, зачем? Чтобы всех удивить и поразить. Да ничего не получается. Я простой рисунок выбрала. Можно запретка написать? Я хочу, чтобы. Да. А что ты нахер? Я хочу впервые, чтобы сегодня мой рисунок дошел. Оценили, да, по достоинству? Нет, чтобы он просто я дошел. Надеюсь, в Алгарде ты просто квадратик нарисуешь? Произведение искусства, которое никто не сможет повторить. Так ты сможешь. И на первой заруине этого, да? Я нарисовал уже, давайте заканчивайте. Нет. Заканчивайте, суки, нет. Блядь. Нет! Нет. Да заткнись. Понял. Ладно. Я только глаз нарисовал. Да сука. Да, бля, я уже представляю этот глаз, нахуй. Ты опять планшетом играешь? Дисквал. Да ты реально заебал, хуесос.
Да суки, а нахуй вы зовете тогда, блядь? Опа. Кстати, по факту. Имей в виду, я тебе ничего не сказал сейчас, за что у меня вообще отлетело нахуй. Да ладно, не врал. А я и не звал, блядь. Я не звала, все, иди в пизду. Я звал, например. Я звал, не слушай их. О боже, блядь. Потому что я просто верю в алгоритм, что у тебя есть дела. А, уже время закончилось, я только контур рисую, вау. Вау. Вау, полный вау. Да, в Элгарде? Чего говоришь? Я просто верю, что у тебя дела поважнее есть. Это ведь так? Состав кажется, намекает. Я тебе сейчас позвоню, блядь. О, курьерчик, Юля, тебе ей открывай. Да, Юля, прооткрывай. Юлечка, там по карте опала. Ты уже как раз нарисовал. Ну, вон, бери мой телефон. Не-не, я еще дорисовываю. Я знаю твою, блядь, дорисовал пизом. Дорисую. Ну, нахуя я это буду рисовать? Ну, какая же я тупая. Не надо так про себя. Макс, он подождёт, да? Это не всегда плохо. Чё? Он же подождет, да? Да. Все отлично. Я тоже так считаю. Так он может под дверью просто ставить? Зачем? Нет, оплатить же надо. А. Боже. О, нет, не заканчивайся время. Блядь, я мразь. Я тоже. О, боже. Ой. Как это голое? Ни хрена не успел. Ромчик очень красиво нарисовал. Мне реально? Очень нравится, да. Кажется, он не намерен ждать. Я его в игнор чисто кинул. Ладно, все, я пошла. Короче, все, я меньше не получилось, это Макса, запомните. Окей. Че? Ром, давай переделаем. Еще раз заново. Не-не, в пизду я тут, блядь, жестко рисовал. Бля, как будто красиво, пиздец. Приношу извинения, если что, не ругаться. У меня просто она какая-то. Здесь не рисунок Вилгарди попадется. Блять, он попался, потому что он попался мне, блять. Ладно, не повезло этому рисунку. Ну что ты говоришь? Голос пропал внезапно. Блять, как это вообще нахуй, блять, нарисовать, сука? Тут была вот такая хуйня, так сейчас. Ладно. Как будто потоньше. Бля, ну я тоже испортил чей-то рисунок. Но мне, если честно, похуй. А я, походу, Ромин рисунок буду портить сейчас. Ребят, я, блядь, просто нарисовал там. Ну да. Заливка говна, почему она не может точно залить? Блять, вот эти, когда рисуют разными там этими. Да. Просто блядские хуесосы. Я просто вас ненавижу, нахуй. Я не понимаю, как. Сомневался, блядь. Прости. Блин, это реально очень сложно. Бля, как будто у меня получается, да ну нахуй. Уже и пизда, блядь. У меня Дашин рисунок, и у меня осталось 10 секунд, чтобы его написать. Спасибо. Это, скорее всего, не мой. У тебя с челкой, у кого тяночка была? Ой, это моя. А, все, заебись. Прости. Блядь, опять не дойдет до конца, да ебаный рот. А ты думал, мы твои рисунки правильно перерисуем? Стоп, Влагар, ты реально надеялся, что твои рисунки будут доходить до конца? Возможно, когда-то он дойдет до конца. Но он еще выпал, блядь. Ну да, мы все пойдем в художку, и тогда. Я не был в художке. Еще выебнулся, боже. Типа он рисует без художки, так круто. Да, вот боже, так вот, а мы такие буду, ну, твари. Вот звали его. Правильно говорят, фриксват токсик. Кто говорит, блядь, ты? Фриксват хуйня. Фриксват хуйня. Фриксват говно, фриксват говно. Фриксват. Алло? Блядь, я сделал максимум, что мог. Ну я считаю тоже. О боже. Что это за заливка? Попередите. Бля, как я вижу вот этот рисунок, блядь. Просто пиздец. Закрой рот, нахуй.
Ничего. Извини, извини. Это была последняя капля, блядь. Извини, Вара. Просто, блядь, это невозможно терпеть. Бля, Макс, ты реально какой-то агрессивный в сторону Хантика. Я думаю, я не... Я думаю, я не один это заметил. Я его люблю больше всех. Просто закрой ебало, мудак, охуенно. В смысле, я так и говорил. Бля, короче, респект, респект всем. Рисовал, но сори, полная хуйня. Блять, идеально, я как будто лучше оригинал нарисовал. И в чем он не прав, уебаны? Да, все, все, все. Бля, поскорее бы посмотреть на тот перерисовал. Бля, простите, пожалуйста. Блин, я неправильно сделал, нужно было вот так. Блин, кто, кто это нарисовал, это, извините, блять, я не успела. Я смотрела, как это рисовать. Я тоже не успела, похуй. Бля, охуенно. Блядь, ёбаный бобёр. Ребят, времени все меньше. Кому-то мой бобёр. Блядь, я всё заруинила в этом раунде. Прости, ёбаный курьер. Это ты нарисовала у гномика? Я. Я опять забыла. Ну что же забыли? Такая же хуйня. А! Макс, а ты полностью повторил, что ли, прошлый заказ? Подожди, у тебя там какая-то молочная штука. Блин, не, я повторил предыдущий, потому что молочный не хотел. Вот, ну, молочный пришел, по-моему. Или да. Там что-то другое было? Не, вчера была клубничка, я его не хотел. Ох, нормально. Клубничка. Ой, бля. Бля, не успел, господи, сука, господи, дорисовать. Господи, бобры поехали. Они зомби один, так аккуратно заразят. У меня гномик. Я сейчас скажу. У меня похожий тоже. Нет, ладно. За этот рисунок респект. Хорошо, не пон, а пон. Какой рисунок? Ой. Ну тут, блядь, на Вайда похоже. Понял. Это Рома, Рома. О, нет. Нет. Не, Рома уже прошел эту эпоху. Чёрт, бобёр. Я не успела. Это тоже имба какую-то деву, бля, ебаную нарисовали. Дина, ты смотрела фильм «Дом тысячи трупов»? Очень знакомая, охуеть. По-моему, да. Я смотрел. Охуенно. Ты пиздобол. Почему? Как ты понял? Я не думаю, что ты на хуйню посмотришь. Ебать, милашка. Мало чего смотрел. Дом говно какой-то был. Дом. Ну там трешак, типа, дом, да, такой малобюджетный. Тысячи трупов. Да, мне кажется, в детстве я любила этот фильм. Не, ну я вот вчера только впервые увидел. Ну, на стриме? Не-не. Просто по телеку шел по. То есть ты его сейчас назвала этим фильмостримером, да, долбоёб? Фантик, я все время удивляюсь, да, то, что конечно. Ты смотришь эти по телеку, типа, видимо. И, блядь, есть свой вайп, когда рекламка есть и прочее. В смысле, а кто не смотрит, я тоже смотрю. Телеку? Телек смотрит? Он пиздит. Да. Блядь, Даша, куда это ты смотришь? Это же нет телека уже полгода. Раньше я тоже в детстве смотрел. У меня просто подписка на каналы пиздатые, где нормальные фильмы идут. Бля. Кинопоиск? Не-не-не. Там просто именно каналы, типа там или страшилки, такая хуйня. Страшилки. А вы смотрели детектив «Свежие достаточно кривые линии Бога»? Да, он охуенный. Да, пиздатый, пиздатый. Макс, ты че орёшь? Слышите, а вы смотрели, как Витька Чеснок вез Лёху в стерео дом инвалидов? Ты, конечно. Так я киномон. Какой Витька Чеснок? Ты, блядь, покемон просто. Я Витька Чеснок, ребят. А вы тоже рисуете какой-то бред, уже не понимаю. Да. Я превратилась в грибы, капли, квадраты. Решётка радиаторная, блядь. Не знаю, я нормально рисую. Я охуенно рисую. Не, вы серьезно смотрели, как Витька Чеснок вез Лёху? Я смотрела. А, я смотрел тоже. Я смотрел. Я смотрела. А, это было конец. Я смотрела. А может, бобры против конца пойдем? Нет? Нет, с конца хуйня мы пробовали уже раз. Не, почему хуйня? Ну, мы пробовали. Как будто лучше сначала. Ну, вот а мне статус. Кажется, нет. Ну, это, видно, со своим стрельбом сделал. Как вы? Вау. Прикольно, мне не дошло нихуя до этого. Было прикольно. Респект, Дин, за такое.
Так, кстати, ну... блядь, нормально. А, я забыла, что там был этот шов. Мяу такой стал. Блядь, ебать, это руина. Это блядь. Я что-то... Забыла, что он был злым. Охуенно. А, вот что я рисовала в конце, я поняла, кажется. СД. СД. Пиздец. Один, а что я нарисовал? Я не помню. Аня. Клёвая вишенка. Бля, ну продержалась три рисунка. Отзеркалила чисто. Бля, я зубы забыл нарисовать, когда рисовал, и волосы. Бля, кайфарь. С головой его расстро... У меня немножко. Прикольно, прикольно. Ебать, нихуя себе, а что у меня не о? Он зубы потерял, ребят. А что с головой? Ебать, вот это Войд, блядь, ебаный. А, вот это Войд, по-твоему, был? Нет, Войд у тебя, блядь. Нет, это уже вообще. Да, что ты с его головой сделал? Блядь, это вообще не выбор, а кто? Я не знаю, я просто не поняла, что у него такое нарисованное у Димы. Рикки-тикки Тави, блядь, какой-то он на предыдущий был. Ну это капуцин. Я не успела рассказать. А это хуй. Такое лицо сегодня. Это чисто уродец такой. Урод. Да. Ну, прикольно было вначале. Я зачем-то взяла тяжелый рисунок, не смогла справиться, она мне получилась какая-то, ну, о, вот. О, не очень умная. Это как будто какой-то я, блядь, человек по Сиду из ледникового периода сделал. Что за лось? Стоп. Во-во-во. Я вот это рисовала. Я поняла, что в конце будет. Да, в конце будет. Надеюсь, не хуй? Рисунок. Хуй, Ром. А это дойдет почти идеально до конца, заранее. Идеально. Предупреждаю. Ну нет, ну нет, бля. Бывает такая хуйня. Синюшник ебаный. Это чисто кегля. Бля, ну один в один. Ну смотри. Бля, в Алгарде ебаный. Ладно, не буду. Только я розовую шляпу сделала, а наш синюю. Ну давай, покажи, блядь. Ой, блядь, я просто не учу. Бля, ебать ты мразь. Вот просто я прихожу. Офигеть. У меня чисто 15 секунд. А, я вложилась в этот глаз? Ебать, раскабанела. Что-то я даже не понимаю. Мразь, Хатик охуенно нарисовал. Это не я, долбоёб. Так это я. Охуенно Лерон нарисовал. Ебать! Он просто меня считает за хуесоса, блядь. Ебать, это что, Вулгарди нарисовал? Вот это. Вот я рисовал. Во, Марк, ебать, вы с тобой охуенно рисуете. Ебать, у вас сестра, блядь. Сестра Уолсон. Я с вами, ребят. Троняшки. Кто пукнул? Бля, Дина заруинила. Дина не умеет заливкой пользоваться. Чисто у меня маркером. Ты видишь, Юля, у меня линии не соприкоснулись. Да. Если залить при таком раскладе, то... Так надо было все. Взять обратно черный и туда соединить. Да, просто там точку поставить. Ну, ребят, ну там... Какой бля, как будто вот этот рисунок мне попался, да, мразь? О, сука. У меня не было такого, блядь. Это кто? Что за хуйня? Мне вот это попалось. Да. Ну, бля. Я забыла. Почти. Юлечка. Это кто? Шамана Кинга. Это Амидамару. Вот они, аниме. Амидамару, да, вот он. А я поняла, это огонь и вода. Все, теперь я понял, теперь я понял. Ну, Юль, ты, конечно, там додумала. О, М. Почернел на секунду, вы не дали? Ой, да вряд ли. Они заснули. А что, они поцелуются тут сейчас? Нет. Оп, просто. Доброе утро. Он что-то потемнел. Он голубым стал синим. Нормально. Это мы с конца пошли? Вот такое чисто. Какой уродец. Фу, они все урутся. За что гномов, бля. Бля, Даша заруинила. Бля, ты не... Я упростила. Такой я страшный. Не помню, чтобы я рисовал гнома, блядь. А кто я? А что за гном вообще? Юля бороду дополнила. Я так вижу. Бля, реально у него борода появилась. А, ну вот, да, блядь. Вот она, решетка радиаторная, блядь. Макс, это что, блядь? Макс так радиаторная. Ну потому что, ну я ебал. Что ебал? Нахуй. Вот хуесос это кто, блядь?
Я. Лев. Ты реально хуесос. По факту. Ой, вот это мне досталось. Нихуя, хеллбойчик. Ты хеллбой? А у меня вообще не было такого. Я тоже не было. Кстати, заебись. Бывает такая хуйня. Как будто еще можно понять, что это хеллбой было бы. Нет. А я подумала, это Акс. Ты думала, мальчик с красными щечками. У меня даже такого не было. Да, вот такой улыбака, пиздец. Доволен. Все, доволен. А, не, или было. Ну это хеллбой в раю, блять, или че? Хелл Йорл. Найс, мне вот это дошло. Нормально, Дин. А, нет. Нихуя ты. Ты ж красный, угадал чисто. Ну, это шло, блять, я считаю. Я даже не успела раскрасить, а ты, блин, нахуярил тут. Акс. Везло ты. Красиво нарисовал. Очень, Максюш, пиздец. Спасибо. Что ему клюв добавили? Что это, блядь? Я думал, чел надувает жвачку, блядь. Сука, вы хуй испортили. А, блядь, стоп, мне вообще крипер дошел нахуй. А, мне тоже. Блядь. Он ахуй-ахуй просто. Ой, я могу. А вот мне вот это дошло. Он вообще теперь депрессия. Хантик, беги! Это не крипер, это чели просто. Коробка, блядь. Не докрасился. Так, что же нарисовала Байо? Блядь, ну я ничего не успела. О, это из подводной братвы? Это? Да, и как будто у меня такого вот, не вот, было. Вот. Офигеть, вот она, блядь. Офигеть, как красивая. И сейчас Хантик. О, она вот это мне и дошло. Он не понял, как он понял, что это рыбка? Ой, блядь. Ой, ты дурак. Макс, ты долбоёб, блядь. Ты не дорисовал оконную раму, блядь. Ты нахуй ты испортил, Макс. Оконную раму, ты долбоёб. Нахуй ты оконную раму рисуешь, долбоёб. Ну все, тут уже пошел артхаус. Мозаика какая-то. Блять. Вот так вот стараешься. Просто чел, бля, старается 30 минут рисует, бля, русалку и Макс на оконную раму хуярит. Что, Даш, ты мне ничего не скинул? Ох, кто грустно. Че, год дополнения? Вы еще плагиат. Бля, плагиат я даже так. Не, ну а что я должен был нарисунок Хантика нарисовать? У нее просто это, блядь, русалка заболела этим, блядь. Как это называется, сука? Ветрянка. Ветрянка, блядь. Давайте дополнение сыграем. Повтори его. Ну давай, давай. Придумайте какой-то маленький кусочек картинки и типа и нарисуйте его. Тут надо будет дорисовывать еще полностью. Я нарисую квадрат, блядь. Подождите. Макс дополнит. Можешь не запускать? Да, давай. Бля, ради Макса реально нарисую раму. Я придумала, как можно. Нарисуйте. Бля, только не, тоже... не рисуйте просто линии по всей, по всему полотну. Я хочу узнать какой-то предмет, от которого будут все ориентироваться. А надо одну палочку, так да, так я так делаю, типа, я делаю чашку. Да, аж там звонят, ты можешь открыть? Блядь, опять нарисовали коробку. Тогда и... А что с коробкой ты не рисуйте линии, говорит, не рисуйте то, не рисуйте это. Ну, от предмета нормально. Вообще, вот, короче, нет, самое худшее, это просто нарисовать, типа, горизонт, и все будут рисовать либо горы, либо домик, нахуй, дерево. Я всегда так рисовала. Вот теперь не надо. Твой огород камень. Блин, я хотела так сделать. Ну, ничего, сегодня по-другому сработаем. Сейчас все горизонты. Я бегу по выжженной земле. Че, вы готовы? Даш, ты тут? Да, да, да. Че, Даша еще не тут? Пури. Пони экспресс, блядь. Ой, блядь, нахуй Даша звонит. Все, я тут. Че, готовы? Да. Да. Блядь, я не готов. Ну ладно, все, погнали. Готова. Ты все уже? А, время-то мало, ё. Блять, Ром, я случайно спалил, но это хуйся. Почему? Потому что ты мразь, блять. В смысле? Нахуй ты просишь, везу в коробку, блять. А, все. Да сука. Бля, нормально, что мне Ромина попал? Подождите, а надо полноценно сейчас зарисовать или чуть-чуть? Полностью. Полноценно.
Охуеть, ну и рисунок. Ну, блядь, блин, тут, мне кажется, все одинаково дополнено. Звонят, Даш. А что, это кофе? Блять, нет, как? Блять, как это рисуется, нахуй? Блять, что за хуйню мне нарисовали? Блять, я не понимаю. Ой. А еще времени, быстрите вагон, пиздец. Просто, тут у меня просто каля-маля. Каля-маля. Не надо, кстати, с этой каля-маля рисовать. Не надо, каля-маля. Бывает так, что сразу какая-то идея, тут вообще ничего в голову не идет. Ну, это, скорее всего, моя. Чтоб так легко не было. Красавчик, блядь. Мужчина. Понял. Все, я все помню, блядь. Хуйня ебаная. Лучше подсасывался. Красавчик, блядь. Голубое небо. А вы покойники, покойники. А дятел какого цвета? Чтобы Рому не забанили. Буди? Да, пожалуйста, это очень важно. Дятел какого цвета, Ром? Синий. Красной башкой. Ладно, я цензуру построю. Спасибо, Диночка, огромное. Построю цензуру, никогда не слышал, что так. Это для высоких. Ой, ну в плане. Для высоких. Ну для тебя тоже подходит тогда что-то. Ты давай там. А что, ты невысокая, что ли? Опа. Метр с кепкой. А, ебать, уже время кончилось. Боже, я за это время нихуя не дорисовал. Да, я тоже просто. О, меня и залагал. Ура. Найс, отмазка. Не, на секундочку только. Блять, какая же хуйня. Готово. Блять, я мразь! Бля, ну я, короче, не постарался, ладно. Я стала впадлу, признаюсь. Не, я постаралась. Я постаралась. Я тоже постарался, я всегда стараюсь. Спасибо, кто нарисовал трубку от телефона. Что за знак вопроса? А да вот что нахуй за хейт? Ладно. Сегодня все нервные. Ладно. Бля, как будто я эту, этот телефон уже, блять, видел, нахуй, раз 50. Че, просто обрисовывают контур картифона? Да. Юра сказала так, как будто знает, в чем дело, и сделает. Да потому что реально я тоже это видела уже раз 10. А кто это? А кто это? Да сука. Рома. Это полная сука. А, Рома, ты как мама, блядь. Да. Рома. Нихуя. А, Рома. Выразить уважение. А. Ой. Ого. Нихуя себе там. Гартик фон пошел полным ходом, блядь. Хватит. Внезапно было. Ты что, я увлечена? Мы не сомневаемся. Блять, да как, сука, ровно нарисовать, нахуй? Блять, Генри! Я подумала, это Эшли. Интересно, а если Эшли дать послушать, как кричит? Интересно, а если Эшли дать пососать хуй? Они будут общаться? Блядь, Рома! Ладно бы это фантик. Поверите или нет, но мне тоже интересно. Ебанат. Посмотрел? Триксику нахуй дайте, блядь. А! Что? Это еще интереснее. Ну типа общаться будут они или нет? Ну я бы с Генри общался сейчас. Не важно, что будут делать они, главное, что будут делать я. Ой-ой-ой. Марк. Бля, Хантик, ты слишком сильно вжился в роль собака-ёбаря, блядь. Да, иди нахуй. Согласен. Уже начинаешь пугать. Мне кажется, я скоро буду реально таким. Чё? Ну вы об этом не узнаете, ребят. Марк, ты с ума сошёл? Фу, блядь, я заебался. Да не буду я ебать собак, блядь. Снова. Кто-то решил нарисовать рисунок, типа, весь рисунок. А понял, Даша, хуя она объяснила.
Ну, решил нарисовать рисунок, весь рисунок. На весь холст, ладно. Я в тупике, ребят. Бля, я тоже не знаю, как это рисовать. Тут просто сразу нарисовали санузел, блядь. Да, паной побольше. Санузел. О, мне тоже это попало. Бля, мне тоже это было, да. Сонок, что не нравится. Твой санузел? Да, так а чё? Там есть пространство для фантазии. Почему нет? Охуенная фантазия. Сейчас нарисую банну. Ну, извини, блядь, ты просто... Так нет, ты придумай что-то прикольное. Понял? Бля, ладно, все, все, я понял. Сори, Аня. По факту, Марк, да. Рисую море! Фантазии. Я рисую море в унитазе, похуй. Ой, унитаз в море. Такое тоже. Ань, вот ладно, вот хотя бы... Вот сука какая, она даже не соединила линии, блядь. И тебе пиздец просто рисунку. Ты хотел залить? Я залил, блядь. Да все, в пизду, даже не хочу раскрашивать. Блять, столько линий у тебя, ты ёбнулась? Тут надо все, блять, хуярить по одному. Сука. Сука полная, блять. Бесит, когда нужно руки изобразить какие-то. Не то слово, Денечка. Шли в жопу эти руки. Согласен. Бля, как сделать телесный цвет, сука, найти? Наверное, правый нижний? Не, там именно конкретно... Да. Там же палитра есть. Да, я знаю, но, блядь... Там есть палитра? Да. Да, если нажать на большой... А, ебать, все уже нахуй! А, я не успела. КГ. Я конкретно не успел. Бля, я тоже так. А мне вообще... Вообще похуй. Мне еще пришлось стереть все нахуй. Мразь! Бля, короче, Ань, все, пизду тебя. Да полностью. Короче, не получилось. Сука, туда ее. Что, Даша? Охуенно. А то, что кто-то нарисовал окно, это вообще концепт. Это я. Что это такое, блядь? На окно не пиздеть, ёб. Блин, что только 5 из 9, я хочу уже на результаты посмотреть. Дин, ты что, какая нетерпеливая. Блин. Блин. Спасибо тем, кто соединяет линии заранее под заливку. Да, не за что. Это про вишню опять? Нет, это мне правда соединённые попались. Аня позаботилась. Да, блядь, Марк! Рома, зачем тебе была песня нужна? Я послушать хотел ее. Логично. Да, я мать. Поздравляю. Короче, все, ладно. Танцевать. Похуй. Я... Сори, ребята, что не особо выдался фантазии. Что не особо старался. Не, тут особо прям хотел пиздец. Идти тут, на тут, этот тут, стрим. Не, тут прям нет стараний. А, блядь, ебать. Что? Да на тебя особо никто не рассчитывал. Похуй. Ну, ты вообще можешь завалить меня. Вот так вот. Заебал просто. Что? Я как-то вышла. Что да. Я выш! О, боже. Повернись обратно. Я все, у меня нет больше рисунка. Он стер. Да. Ну ничего страшного. Хуяно поддерживаешь. Хуйло, блядь. Ничего страшного. Бля, короче, здесь это. Все, пизду. Сори, за лапки, короче, кто лапы рисовал. Я не понимаю, у тебя лапки. Блядь, я мразь! Да, что такое? Рисунок жалко больше, чем я. Блядь, вот все, сейчас выдаёшь. Будь здоров. Ой. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Ой. А тебя можно чихать? Да. Так у меня был не унитаз. Ой, блядь, что это за залупа? Блядь, окно ебаное. А кто, как, кто, кого?
Блин, этот режим, конечно, развивает фантазию. А я один ваши рисунки зачеркиваю и просто от пизды рисую. Да. Да. Нет? На кружную раму надеюсь по КД. Я всегда дорисовываю. Ты ужасный. Я уже знаю, что надо рисовать. Ебать, ты лошар один. Я? Почему? Бля, ну у меня просто не работает фантазия. Ладно, окей. Жаль, тут нельзя скопировать. Гугла чисто фулл рисунок. Ну, знаешь, замастить. Ну, знаю. Да, я, мать, я умею танцевать. Поехали. Куда едем? Только начала рисовать? Не, это я начала заливать. Что-то вздохнул Андрюх. Опять лучше всех рис. Я рот ебал, это вот квадраты всякие. Согласен. Ну я, кстати, с тем квадратом, о котором ты говоришь, нормально распорядилась. Ой, типа, ручкой бумагу шуршит там. Просто хуярит по кругу. Да. Хрен ли ты не рисуешь? Это не тебе, это я. Понял, Волгарди, блядь. Хули ты не рисуешь? Хороший вопрос задаю, если это все такое, да? Самый говняный мой рисунок. Блять, да сука, блять. Что, блять, за знак вопроса? Ты долбоёб какой-то? Да сука, да что? Не, на самом деле, Ром, ты потом поймёшь, что с ним много чего можно сделать. Угу. Да. Потом поймешь. Дина, это, я... Дина, это я тебя назвал случайно долбоёбом? Не, это был. Ух, меня. Мне просто он тоже попадался. И тоже попадался. Какая ебучая тварь рисовала туалет, блять. Да это я! А очень красиво. Мы давно выяснили уже. Очень красиво нарисовано. Мне очень нравится туалет. О боже, он знал, он просто хотел обидеть. Не, я правда не слышал. Конечно, если меня не слушаешь, то я пищу, блядь. Кто-то шум в дискорде, блядь, ветер дует. Сори. Как бы нарисовать торчащую из супа креветку? О! Нихуя себе. Вопрос насущный, если честно. Хвостик нарисовать. Да что за нах? Найс, я нарисовал. Не пью. Пойду посру. Пью. Не надо. Пью. Мне ничего в голову не лезет. Ну блин. Я не знаю, у меня буквы Я. Как выглядит злая кошка? У меня тоже эта хрень была. А злая курица. Какой злая курица. Зависть. Пись дерьмо на запись. Папа. Да сука. Джин, ты так материшься много? Да, она вообще, блин, Анечка. Развратная стала. Это развратная. Ого. Дина, каким что он должен был обидеть? Вроде была такая вся плохая, материлась много, потом раз и стала культурной. Как это произошло? На вопрос насущный ответить забыл. Какой момент в твоей жизни? Я как материлась, так и материлась. Переломный. Я просто на стримах мало матерюсь. Иди на пиздец, матершиница. Это факт. Факт. Уть. На самом деле, да. За этого даже не особо хотел открыть. Ой, забыла нарисовать. Боже, блядь. Вот гнёбаный, вот та трубка. Чё за буквы Я мне нарисовали?
Мой город еще один, лох там. Интереснее всего, кто обрисовал трубку телефонную? Да, интересно, что там же получилось? Человек, лишенный фантазии. Да. Никак не могу угомониться, типа, просто. Мне кажется, я знаю, кто это нарисовал. Кто? Мне кажется, это Макс. Фантик. Че, про что вы? Про трубку. Не-не, я рисую линии каждый раз. Я рисую то, что от меня требуется. Ты уверен, что от тебя требуется? Блин, что с ней делать? Блять, унитаз никто не просил рисовать. Бля, а, не слушай, проси меня. Да с унитазом веселее, чем с трубкой. Я не рисовал трубку. Я придумала, все. Все. Клеймили тебя трубка эта. Короче, в тельце из Удина. Желтые тюльпаны. Нашел. Виноват. Желтые тюльпаны. Песники разлуки. Прекрасный такт. Спасибо, Юль. Что не получается, это картинки. Бля, охуенно, реально, можно просто стереть нахуй то, что рисовали. Так нельзя, так нечестно, да. Блядь. Да нет, это дисквал, Марк. Тогда уж, конечно, посижу. Ну ничего, ничего, кури пойму. Имба. Боже, ебаный унитаз, который даже не залить. Блять, я просто понимаю, что мне еще унитаз не доходил, блять. Юля всю игру. А, Нечка, не слушай, унитаз хороший. Когда он попался, ебаный унитаз. А, не слушай, я пока его не видел, так что я думаю, что там не так все плохо. Да нет, на самом все деле кайф. Он просто пиздец. Она его рисовала, блять, 30 линиями, нахуй. Блин, я нажала готово, мне похуй. Безответственный подход к стриму. В принципе, хуй клал на все это. Антикласс, фильм, что он смотрел. Как называется? А вот это мразь, нахуй, унитаз, да, сука. Кто уточкин нарисовал? Или... О, можно утконос нарисовать. Я. Ебать, а что за сердечко скрещено? Да буквы Я попались. Ай, блядь, новый рисунок же точно. О, это последний? Сейчас выяснится, чье тут чье. Чья это трубка телефона, ебать. Да. Да, как? Кстати, ребята, кто будет на гусях, вы помните, что вы будете на гусях? Нет. Ань, ты тоже будешь? Да. А меня-то не звала, Дин? А я думала, если честно, Лер, что ты не ходишь, но так как ты ходишь, если у тебя есть желание, я с радостью. Ну да, ей же операцию на ноги, Дин, делали, блядь. Да я не в том плане. Ой-ой-ой. Это что? Просто не хотел тебя беспокоить лишний раз. Фу, ебать, я покакал. Спасибо. Такой момент, я так жалею, что у нас вытяжка не работает, это пизда. Согласен. Жиза. Что, блядь, жиза, нахуй? Работаешь, ты Ром. Да сука. Индин. Пэри, утконос. Волосы не получаются. Бля, пиздец, у меня умалишённый еблан получился. Ой. Еба. Как будто бы так, ну... Как будто, блядь, все осуждаете, нахуй. Да-да-да. Найди все нахуй. Это мой персонаж, умалишённый еблан. Да, спасибо. Автопортрет? Так, успейте. Сори, сори. Бля, короче. Это последний? А, это не последний рисунок. Это последний. Да, последний, да? Сейчас, секунду. Фу, бля. Все. Пиздец. Че он нюхает, это моё? Ну, давайте. Какой освежитель воздуха? Сидушка закрыта, не сри. Ладно, скажу честно, я не особо получилось подумать тут головой.
Но я старался как мог на некоторых рисунках. Пиздец. Рома, как для мальчика 10 лет щелка, ты рисуешь очень хорошо. Да, спасибо тебе огромное, долбоёб. Чё, все вернулись? Да. Yes. Ладно, давайте посмотрим на этих мразей. Извиняюсь заранее. А вот чей это был квадрат? Так он рассказал. Ну, я не слышала. Во, охуенно, лад. Чё? Подожди, я походу квадрат пропустил, пока какал. У меня не было квадрата. Во, охуенно. У меня вот чел этот... Пиздата. Зимняя рубалка. Бля, вообще пушка, ребят, вы вообще... Ну, кстати, я даже... Да, красава, Волгарди, как будто и не было моего рисунка, спасибо. Охуенно. Это самолёт, Ром. Я понял, это хорошо. Самолёт, окей, ладно. Ну я пытался, если бы я убил... Пусто, вау, блядь, это просто талант, ну, человека. А это салфетки. Пёрнхап, ебать. Пёрнхап. Дальше. Ну давайте попиздить. Унитаз, давай. О, да, ебаный унитаз, говна ебаного. У меня, знаете ли, ну, ситуация такая, Ром, рад тебя. Нормально. Прикольно. Ебать, цензура. Блядь! О, как ты ебанутый! Рэмбольд, я почти такой же нарисовал, ребята. У меня тюлень просто получился, я решила от этого играть. А как они встретились? Ты увидела унитаз и решила рядом... Ебать! Блин, ёчка и Волгарди вообще гении. Да, вообще. А чё это за... Ебать, он с рётом, блядь, пулемётом. Ебать, просто нахуй расчекли. Это Лантус. Бля, ещё так. О, тоже неплохо. Да, конечно, его. Ты чихает? Какой чихает? Он смотрит, типа, телефон. Тиктоки. Настя, ты его жестко сейчас. Вот так вот. Вот это красавчик было. Ой, я тут вообще... О, да, вот это охуенно тоже. Ну, Ханька с фантазией заебок все. Охуенно нарисовал. Это что? Это не рисунок вылетел. Где-то я такой рисунок сегодня уже видел, блядь. Вот тут я очень постарался. Блядь. Ебать, ты мразь. Да. Почему она в шляпе? Извините. Ебать, это шла доебаться. Рисунок охуен, но почему она в шляпе? Нихуя. О, это Питер. А, это Питер. Флинстоун, точно. Кто? Кто? Питер Гриффин. Гриффин, он сказал. Что? Нет, я подумал, вообще ебанул. Да, это Флинстоун. Я сначала подумал, что это Питер Гриффин, который. Да еще раз повтори. Тебя ничего не спасет уже, блядь. Петя, говорю. Ой, а что так ебать это может нарисовать? Да осуждаю, блядь, Хасик. Самый вопрос. Заебали все, что говорю, осуждаю. А вот дятел. А, он еще говорит, какого цвета. Думал, дятел Вуди, типа. Ой, Дин, это ты? Ой, я тоже ухо увидела тут. А что это за герой, Юль? Что это за младенец? Макс Винс? Ну, это просто босс Малкосос. Нихуя. Прикольно. Да, как стало завести. Хантик после планеты обезьян. Ого, прикольно. Симон. Симон, Симон. Это Саймон Кэт. Оу. Нифига эффект был. Понравилось? Да, вообще пушечка делает так чаще. Это человек вопрос с Бэтмена, поняли? Дороги? Нет, ну который Джим Керри играл старым в этом, не знаю, как его зовут. Загадочный. Я сам себе построил. Ну тут я тоже пытался жестко. Да, ну тут я мразь вообще. А что тут должно было быть? Вот я этого же плана пытался нарисовать. О, у меня красиво получилось. О, прикольно. О, нифига похоже на Дарвина. Только почему черви черные? О! Ебать, Роман! Вообще, нихуя. Смотрели Totally Spies, там у них были такие штучки, типа... Компудрится? Да. Вот, я думала это нарисовать. А, о! Максов. Картошка летит в воздухе и целуется. Хорош. Я тут ничего вообще не придумал. У меня птички целуются. Ну ты и без конечно, Волгарди. О, какой красивый. Я вот Волгарди. Да, просто решил ебануть какую-то хуйню. Да, просто рядом ебанул. Вообще поебать. Вообще поебать, что там люди, блядь. Вы ебесы. Похуй, что ты там как бы придумала, да, что-то ли. Да, мы все еще не поняли, что... Дин, сори. А у кого не куесос? Я. Ой, какая классная. Прикольно. Дим,
Ой, Дим, Дин, я настолько хуёво нарисовал, ты просто представляешь. О, так нет, я с Максом ещё посоревнуюсь. Оп, кря, кря. Ну-ка. Рома, ты... Чё они чёрные? Бля. О, не поняла. А почему он в чёрном, Юль? А он моряк-чок был в этой серии. Перри. Перри, утконос. Это ты, Перри, утконос, блядь, сейчас. Я да. Реализм такой у нас сегодня. Я забыла ему хвост. Шапку! А я хвост забыла. Смотри, вот такой хвост. Прикольно. Мультики. Перри хуй соспиш. А, вот они пошли. Вот тут я не пошло. Почему буквы Я, блядь? Могли нарисовать лошадь. Боже коровы. Я не знаю, это что за средняя бабочек и божьих коровок должен быть. А, он это ползатёр и новое нарисовал-то. Целого то же самое. А, спасибо, Макс! Ублюдок ебаный, просто рот ебал тебя! Да чё? Да ничего, нахуй, просто стёр в пизду. Это круто. Просто с лица земли, нахуй, не было, блядь. Я уверен, что Макс пытался стереть сначала ластиком, она не стиралась, блядь. Да, да, да. Уебан старательно подошел, блядь. Ой, выглядывает. Как он? Я предупреждаю, тут очень крепко было. Блядь, вот этот уебан с трубкой. Уебан, а я старался, а я старался. Он видел гардик фон и просто трубку, блядь, от нее нарисовал. Нет, там прям на фоне холста было. Хорош, Ром. Я нарисовала котика. О, мась, ебать, красава. Мудрство лукаво. Здорово. Прикольно, прикольно. Ебать, прикольно. О, ну конечно, боёво-то, пизда-то рисует. Да, да, да. Алло. Я вообще на разъёб. Ну, нихуя. О, нифига. Фу, страшила какая, ебать. Тварь, просто такие зубы. Венеры. Бля, да кто эти зеленые мрази, которых вы рисуете постоянно? Это Кадзероу, это Кадзероу, понял? Нет, не понял, Кадзероу. Ты не играл Кадзероу? Нет. Игра на телефоне, надо ниточку перерезать. Да, отрезать леденцы. Это тарелка. Бля, я тут долго думал, нахуй. Бля, вот это мой самый креативный рисунок получился. Я думала, что это туалет, кстати. А я не увидела тарелку. О, это шар. О, прикольно. Ну да, логично, с ней очень на тарелку похож. Я предупреждаю. Блядь, да опять зеленая мразь какая-то. У тебя триггер? Да, блядь. Круто, круто, круто. Найс. У меня и на полинтяне в капюшоне просто. Это креветка. Я долго пыталась, ничего не получилось. Ой, ебать, прикольно. А ты мразь тоже стер, да? Да, да, подтер, подтер. Ну там это какашка? Это котик, какая какашка, блядь? А это твой самый лучший рисунок, Макс? Котик в тарелке. Пончик. Ну котик в тарелке. Да, кстати, лучше не стало твоего без. Че, сыграем плагиат еще раз? Так, да. Давай, Лер, спасибо, что пришла. Спасибо, давай. Спасибо, что пришла. Ой, пакет. Бля, надо сейчас что-то придумать, что нарисовать только. Давай. Может, телефон Гартик фона нарисовать? Может, не надо. Ебать, карта Хогвартса огромная, охуеть. А, блядь, рисунок же, ёбаный рот. Жаль, игра хуйня. Не, еще не начали. Ты уже поиграл в Элгарде? Мне уже показали. Кто показал тебе? А что тебе больше всего не понравилось в Элгарде? Ебать, как интересно, как он, блядь... В том, что там вообще все пусто, анимации, как, не знаю, в 2007 году. Вы про что? А по трейлерам это непонятно было? Ебать, ты игрушка? Вы про что? Я про что? Что ее доделают, потому что там даже коллизий у света не было. Хогвартс Легаси. А в этих коллизий даже и не будет. Реально хуйня какая-то? А когда, в какой она день выходит? Какое число? 7-го. 7-го или 8-го. Понял. Не, по-моему, 10-го. Бомжарская версия, а 7-го версия охуенная версия. Выходит, да. Кто больше, кто на 300 рублей больше заплатил, поиграть 7-го числа. Что, погнали? Проходка. Не, подожди, Ромчик, еще. Да не жди, его заберу. Да, согласен. Дин, вот. Я тоже еще не нашел. За зубы тяну. Все, let's go, я нашел. Бля, ебать, охуеть. Юль, ты нашла? Ну, типа, пусть будет, да. Вообще нет. Что это значит, да или нет?
Ну нет, ну похуй на меня. Типа пусть будет, да, вообще нет. Да, все, да, похуй, я поищу во время начала таймера. Погнали тогда. Так. Чё нарисовать? Чё нарисовать? Ты не готовился, правильно я понимаю? Ах ты смеешься. Сейчас, кто первый скажет, что я рисую, тот красава. Ну, у нас шизик. Ну, творческие люди, они с таким, типа, с безнадёжный смех. Осуждаю. Он не учился. Генри! Сука, заебал. Это состояние души. Ромчик, ты рисуешь меня? Да. Найс. Что ты подсматриваешь? Я мог книги подсматривать. О, ебать! Ебать! Ебать, прилетел. Неожиданно. На моем стриме он тоже подсматривал. Ебать, за осадочек остался, да? Походу, серьезный. Просто гнид. Просто гниды назвали. У гнида, кстати, как-то обидно. Стоп, меня сейчас оскали или кого? Меня, Ром. А, тогда ладно. Охуел? Ну ладно. Ром пишет Скуби-Ду в чате. А чё? А чё? Ты же спросил. Ну да, ты зачем озвучил? А, ну ты меня спросил. Ну он же в чате, Макс. Ой, Ром, вот он мне ответил. Получается, прошу. Это пизда, походу я проебался. Походу я где-то допустил оплошность. Ром, еще есть время все исправить. А, ебать. Что такое, Андрюш? Пизда вам, токсик. Стоп, у меня какая-то хуйня получилась, походу. Ебать, что так много линий? Я не вывез. Пизда, я не вывез, походу, реально. Ничего страшного. Все бывает впервые. Ладно, 6,5 времени, нормально. Да не гавка ты, сука, блять. Да ну, не смей так говорить про него. Бля, все, я какая проебал. Да, Ром, это же не соревнование. Ну, проебал свой рисунок, имею в виду. Соревнования. Опс. Это полная мразь какая-то получилась. Блядь, почему у нас так много пальцев? У нас? Бля, когда ж ты завалишь? У нас! Пизда тебе, блядь. Ой-ой-ой, тише. Осуждаю. Мне кажется, он не на шутку. Мне кажется, он говорит какой-то токс. Ну, заебался. Токс. Чего вы оскорбляете? Слышь, я твой рот видел. Я бы сказал, но там бы запрет. Понял. Я бы как... Вулгарди угрожает стримерам запретка. Жесть. Вот он, работник. А, все, ебать! Да куда? Найс. Ну, кстати, я тоже нихуя не все. Да куда? А все, я в тильте. У меня такая мразь получилась какая-то. Закройте рот, еда. Я тебе, блядь, закрою нахуй. Генри, лай сколько хочешь, блядь! Нет, нет, пожалуйста. Да ебать, Ром, красиво ты ебанул. Да нихуя, блядь, сука. Да Макс хочет подглядывать. А нельзя, точно забыл. Точно, блин. Что будет обзывать Макса? Туда. Надо. Бля, ладно, надеюсь, вы поймете, кто это.
Най-най-най-най-най-най. Угу. Блять, ну все, он такая. Ебать, Волгарди, иди нахуй, Юечка, оба. Не знаю, у меня тоже либо Волгарди, либо Юечка. Боже, я на телефон это фоткаю. Больше любви. Найс, найс. Я тоже сфоткал, мне похуй, этот рисунок невозможно, типа... У меня 10 персонажей каких-то. Блять, у меня, кстати, тоже почему-то пизда. Ром, мне Скуби-Ду попался, это ты рисовал? Да. Нет. Но я хуй его фоткать буду. Ну ты, типа... А может, еще что-нибудь у него сфоткать? Хуй его фоткать буду. А с чего начинать? Не, ну в плане... Не, давайте не фоткать. Нет, тут пизда, Дин. Дин, ты просто когда-то окажешься в нашей ситуации. Нет. Так у меня сейчас три... Ром, ну ты пиздато нарисовал Скуби-Ду, но, к сожалению... Это не то, что я хотел. Ну все равно пиздато. Но я его испортил. Кто рисует флаги? Надеюсь, это Макс. Не я. Не ври. Еще по описанию похож на Макса. Не, не я. Макс, ты крутой. Спасибо. У меня рисунок Даши 100%. Я ее стиль узнаю, блядь, нахуй везде. Стоп, а у меня тогда чей? Это мой. Стоп. Нет, ты так красиво не рисуешь. О, ну мой тогда, скорее всего. Ром, круто. Что? Роман тогда, скорее всего. Рома красиво может рисовать. Это не твой рисунок, Даш? Очень красивый рисунок. А, твой вот это? Ну, блядь, да ты сама мразь. Виноват. Я мразь. Ой, блядь, что за нах получился? Ты меня мразью назвал? Да, да ты сама виновата, что, блядь, твой рисунок нахуй не дойдет, сука. Сама виновата, что вынудила меня. Блин, Генри. В смысле? Я стараюсь, Даш. Ты просто не понимаешь, за сколько сильно я потею, блядь. Так я без рофла потею, Даш! Ой, иди нахуй, Волгарди, со своими целыми, сука! Фу, сука, блядь. У меня тоже тут проблема, у меня я дырку так не могу найти, у меня все заливается. Дырку не можешь найти, вот это проблема. А когда я рисую, не получается, ясно. У меня получается лицо, да ты рофлишь? Ааа! Ебать, Шрек объебанный просто в хлам нахуй. Я увидела, что Марк сделал со Скуби-Ду. Но это еще не конец. Это, можно сказать, Скуби-Ду после меня. У меня какие-то тараканы, которые... Дина, я надеюсь, ты исправишь Скуби-Ду. Ром, надеюсь. Не, ну что, я буду перерисовывать. Это пиздец, как это сложно. Ребят, время. Бля, я забыл, какого цвета был. Кстати, время реально. Какого цвета единорожек был? Розовый. Блядь, ебаный флаг. Опа, какой стороны давай озвучь? Опа. А, да, ну, нарвись, да. Нарывайся. Самый офигенный. Прости, Ром, все стало только хуже. Ну, это тильт, кстати. Ужасно. Такая няшечка вышла, ебать. О, блядь, у меня арт Гориллас, походу, я не знаю. У меня, походу, этот Бивис и Батхед, блядь. На Шрек. Бля, я забыл, как там, я вроде... Бля, реально, кто додумался просто флаг ебануть? Это Макс, 100%. Это Макс. Да, блядь! Макс, чё, ты вообще не стараешься. Ты ебанулась, мать? Я этот флаг все время рисовал. Ты попробуй, блядь, 50 звезд нарисовать, блядь. Да посложилось. Тварь, почему ты заливаешь? Сори, Дин. Ну, короче, запейте, блин, нифига не. Блядь, я не успела. Говно собачье, оливка. I'm happy. Какой единорог красивый. Как он заебал меня уже. Он гавкает. Бля, ты можешь оскорблять меня, но не его, Макс. Не, я сейчас не про Генри, я про тебя говорил. Он про тебя, да. Это же, блядь, стоп, это твой или нет? Да, я просто не успеваю. Когда-то я всю свою злость просто... Не надо. О, какая собачка. Что такое за яйцеборот?
Это Скуби-Ду, скорее всего, нашел. Я там немножко рисунок подставил. Да. Блять, не получилось. Маму я. Да сука. Бля, как успеть? Блядь, сука, у меня тут кенты, блядь, собрались. Пчелиный улей, блядь. Да. Ты реально 50 звезд вырисовывал? Да. 13 полосок, 50 звезд. Блядь, блядь, опять зеленая мразь. Ой. Блядь, у меня что-то между что машинкой и что ты коровой. Имеешь против зеленых, Ром? Да они сегодня весь этот, блядь. Любят людей лягушек. Не люблю. Ну, рисуешь? Ты не любишь. Я не рисую. Нет. А, это последний был еще. Пиздец. Давайте полюбуемся. Let's go. Ну что, давайте приступим. Да. У меня не получилось, как я хотел. Найс, ебать, красиво. Красиво. Я бы сказал, у меня не получилось, как ты хотел. Я бы сказала, у меня тоже не получилось, ребят. У меня получилось охуенно. У меня этого не было. Ты неплохо нарисовала. Похуй. Нихуя себе мощная челюсть не дала квадратной головой. Как цепится, ебать. Тварь. Бля, это чё нахуй такое? Гигачадовский пёс какой-то. Я думал, это динозавр. А я думал, сова. Ребята, я тоже так думал. Это ж третья была один. Шутила. Давай клёвые вишенки. Давай сделай гифку из этого и сохраним. Ну давай вишенка. Вы ебать у него на соку. Вы чё, меня не узнали, ты же я, Марго Камоль. Ну вот он, Шрек. Да, почему он постоянно вштыренный? Я старался, блядь. А чё у него глаза? Ебать, у него он реально, блядь, пыхнул. Сори, блядь, пошёл и вкачился. Дина вообще колбу нарисовала, блядь. Колба двудонка, блядь. У меня не то залилось, из-за этого всё пошло не так. Ну, он тут немножко недоволен отход. Я пыталась исправить, но я не успела. Оп. А я хотела маечку нарисовать. Ой, жилетку, бля, точнее. Сейчас в Вилгарде будет эта пизда. Блядь, там такая пизда, вот просто... Увидь моё ебало вот после этого рисунка. Вот так, вот собственно... А, я поняла, что это в конце превратилось. Ой-ой-ой. Ебать, она почти сделала это. Ебать ты мразь, Вилгарди, что ты вообще делаешь нахуй? О, бля, почему я? Ой. Курочки целуются. Оп. А я не увидела там надписи, если что. Надписи? Да похуй, я её в себя добавил. Блять, вот она. Да. Извини заранее, дошёл. Я ничего такого не рисовала. А у меня один в один получилось. Я не успела разукрасить. Нормально. Немножко. Ну как будто еще чуть-чуть передал. Не, как будто я думала, это милого Франк. Это из-за этого, блядь, из бензопилы? Ой, а что? А чё у Рожки, блядь, нарисовала, Юля? Да я думала, это милого Франкси, там она... Алло, это у петушка, это гребень его нижний, блядь! Джекман этот, Муви 43, как там было, где у него яйца в суп он макал. Хью Джекман. Чё, пиздец, ебать, машня висит. Машня. Ебать, смешное слово, машня, блядь. Ой, бля. Будь здоров. Будь здоров. Даша, откуда это я забыла? Из дневник будущего. А.
Как мы узнать должны были, если он будущ... Ой, какой хороший! Ой, бля, у меня тут такой единорог. Цепь будет ужасно. Ну там вишня уже заруинила. А, да, кстати, у меня что-то... Наборники. Вот, как-то не так у меня пошло. Слушайте, мне красивее единорог дошел. Нет, я что-то... О, да, вот этот мне дошел. А, да, блядь, у него как будто день рождения, колпак праздничный надел, блядь. Да, я тоже думала, что не так. У него... У него рог встал, блядь, на кого-то. Я сейчас рисую, думаю, что не так. Да, ему бы это проткнули пенсилом. Понял. Ну давай, квикантик, покажи, мразь. А я забылся, что я рисовал. Бывает такая хуйня. А, все, вспомнил. Ой, блядь. А, ну до меня еще это не дошло. Мне тоже. И меня. Ой, похоже еще, да. Конечно, ты был гарни, еще бы он хуёво нарисовал. А, я подумал, что это горилла. Я подумал, что это горилла, этот, вот этот чел. Я порвал у Сани. Я глаза не успел дорисовать. Бля, она порыжела. Бля, ну похоже же на Смегала первый рисунок. Да вообще, ну типа подошло идеально. Не знаю. Ну чё, Макс, давай, Макс. Найс. Ебать, 50 звёзд, 13 линий. У меня даже цвета лучше подобраны. Да. Бля, уёбок он, да? Сука, даже звёздочки не дорисовал. Такая мразь, блядь. Я психанула просто, блядь. Вот это ты психанула, пиздец. Не делай так больше, не психуй. Она рисовала, рисовала ровные линии. Так это нахуй. Вот тут 50, посчитайте, ёпта. Чё-то полосок не 13. Да похуй. Извини, Макс, что отклонились. А звука ворта немного у меня там. Неплохо, хотя. Я не 3D объем, Хантик, ты ебанулся? Марк, а что ты не залил? Ты ебаный бездарь, который флаг. Там оставалось 5 секунд, блядь. Тогда можно заливными сразу. Это уже, блядь. Хорош, Дин. Из лунчика, блядь. Один в один. Пупсяж, блядь. А как? Вупсяж, пупсяж? Нет, не так называется. А, бля, вупси, не пупси, ёпта, вупсяж. Вупсяж, вот чисто братаны, блядь, собрались. Ну, кстати, они дошли. Ой, они дошли. О, они его отрекаются, смотрите. Да, потому что он умер. БГ. Ебай, а как ты сделал, что, типа, концовка истории? Бля, они у меня идеально же нарисованы, согласны? Да. Вообще прикольно. Да. Это из Оги и Таракана или как? Кукарач. Да, да, да. Кукарач. Мне никогда не нравился этот мультик. Не, он охуенный был. Он шел у нас 12 ночи. Бля, самая пиздатая это мелодия оттуда. Да. Все, спасибо, ребята, огромное спасибо. Спасибо. Да, я пизду их тебе один, запускай стрим свой. Да. До скорого. Давайте, давайте, всем съебаться. Спасибо.